Вы сказали, что возможно правильно питаться. На конференции выступала женщина, которая утверждала, что не ест и не пьет 5,5 лет. Возможно ли это? И хорошо это? Надо ли к этому стремиться? Но в ведах описывается, что в процессе эволюции человек по-разному начинает питаться. Сначала он является блюдоманом, то есть тешит свой язык, ест все различные блюда, которые очень вкусные там. Потом он становится вегетарианцем. То есть он понимает, что нельзя убивать кого-либо ради того, чтобы утешить свой язык. То есть он это, молочно-растительная у него диета. Потом он говорит, да что-то мне тоже как бы все это блюдо вареное как бы не очень хорошо идут. Вот я перейду на сыроедение. И он уже начинает питаться праной. То есть той энергией, которая пышет каждое живое там растение. То есть одним листочком можно уже насытиться, если через слюнные железы эту прану всосать, то есть тщательно разжевать. Там. Ему это гораздо лучше, он становится сыроедом. На следующем этапе он говорит, ну мне даже и салаты как бы ни к чему. Я могу прану черпать это вообще от природы. И он переходит на питание опавшими листьями. То есть какие-то микроэлементы, которые он еще не может синтезировать, вернее может, но еще не научился, он берет с опавших листьев, чтобы не убивать ничего живого. На следующем этапе он переходит на питание водой, потом на питание воздухом, а потом чистое уже праной питается. Это естественный процесс эволюции. Рано или поздно каждый по этой ступеньке пройдет. Это когда-то все делали. Ну, в процессе эволюции это да, у всех проснется это.